Всем привет! Сегодня я покажу, какая у меня есть машина. Она радиоуправляемая, Леготехник. Вот сзади она вот такая. Я ее, конечно, доработала. У меня некоторые детальки так потерялись. Вот, вперед. Вот, короче, он вот. Вот плачок включается. Вот, и сейчас эта машина пройдет испытание, она будет сейчас у нас ездить, вот так она будет ездить, вот, сейчас я покажу, как она работает, вот она вот так ездит, уезжает, просто я не могу далеко на ней уехать, потому что камера тоже не уедет с машиной. Машинка. На, вот у меня из этой серии, вот тут можно сделать две машинки. Сейчас покажу, какие. Вот, как я обещал, вот такая к ней инструкция. Ну, как инструкция, это я вот сейчас тут взял с последней странички. Вот, тут показывают, как управлять. И сейчас вот тут. Вот если вот так ее закрыть, сейчас по-нормальному. Вот, то, в принципе, вот тут это у меня она чуть-чуть разорвалась. Так что сейчас у меня тут вот есть вот такая вот. Вот от нее вот такая штучка. А сзади вот такое. Ну, тут внутри, тут нигде не написано, но тут я знаю, что в этом наборе по цифрам 42095 есть еще вторая машина. Это внедорожник, а то, типа, как я ее бы назвал, это скоростной внедорожник. Вот. Этот, он любые препятствия проедет. Вот сейчас... Ой, уехала. Вот, можно кубик положить. Вот, два кубика подложить. Это я взял из крупного лего, вот. Вот. Сейчас эта машина кубик, она, конечно, слабо переезжает, но... Старается со всех сил. Да уж. Не проехать ей кубик. Ну, я буду снимать следующее видео завтра. И завтра я вам расскажу о игре. Там типа надо будет... Вот два рычажка будет, ну, сбоку вот. Двух боков будет. И там типа надо будет их двигать. И там шарик надо будет забить в отверстие. Вот, и вот у меня есть еще такая головоломка, да, тоже домик. Я буду снимать по трем частям, это, наверное, завтра или послезавтра. Я буду снимать по трем частям, короче, потому что я сам в Ютубе смотрел. Он собирал 29 минут, так что я попробую это на три видео раскидать, может, на два. Ну, и всем пока.